Сестра Джинта, говори, милая, думаешь, лучше было бы собрать волосы в пучок или оставить так? Нет, так очень красиво. Джандан, давай поскорее наденем эти платья. Хорошо. Хорошо, успеем, не волнуйся. Они все еще не закончили, дай посмотрю на них. Как дела? Сестра Джандан, курьер спрашивает вас. Иди, брат, сестра Джандан здесь. Меня спрашивает? Здравствуйте. Это ваша госпожа. Мое? Попросили передать вам от имени господина Демира. Давай посмотрим. Хорошо, доброго спасибо. Дня. Я не верю. Поверни. Джандан, разве это не платье, которое понравилось тебе в журнале? Да, это оно. Оно очень красивое, оно подойдет тебе. Давай, надевай. Пойдем. Алло. Алло. Папа, скажу кое-что. Мы пришли к ювелиру, хотели забрать кольцо. Когда мы собирались уходить, вошли два грабителя. Мы не поняли, что произошло, но Демир, Джамаль и я обезвредили людей. Угу, о чем ты? Вот такие вот дела, папа. Мы связали их. Поможете нам? То есть, заберите их в участок? Что ты за человек? Что ты рассказываешь в день свадьбы? Хорошо, выключай. Я иду. Мой тесть комиссар. Он сейчас придет и заберет их. Госпожа, я Хюсейн Гюльмес, а этот господин — известный эксперт искусства Демир. Добро пожаловать. Проходите. Заходи. Джандан, ты очень красивая. Да, сестра Джандан. Ты как настоящая принцесса. Спасибо. Вы тоже очень красивая. Скажите, чья это была идея? Клянусь, я вообще ни при чем. Все спланировали госпожа Ойкю и господин Демир. Ты разозлилась? Разве я могу на тебя злиться? Милая? Человек может лишь благодарить такой везучий. Я очень тебя люблю. А я тебя, сестра Джандан. Спасибо. Не за что. Папа пришел. Папа, добро пожаловать. Начальник, кого забрать? Не нас. Не нас? Мы ни при чем. Заберите их. Комиссар, спасибо. Вы быстро пришли. Мой быстрый папа. Быстрый Хусейн. Молчи. Если бы моя дочь не ждала в свадебном платье, я бы такое не сделал.
Пусть кто-нибудь нормально расскажет о случившемся. Что здесь произошло? Мы пришли сюда за кольцом. Алло? Алло, любимый. Что такое, любимая? Любимый, что значит, что такое? Где вы? Когда придете? Мы идем, дорогая. Придем через 5 минут. Любимый, пожалуйста, поторопитесь. Гости начали приходить. Демир, пожалуйста. Хорошо, придем через 5 минут. Я захожу в туннель. Выключаемся. Кстати, платье очень... Алло? 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 Если мы еще немного опоздаем, девчонки разведутся с нами. Пойдем. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.